Ух ты, блин! Какая она здоровая! Вот это размер! 5 ноября 2019 года. Тавричанка. Пойду в реку Сифун, Суйфун, где-то на 6-8 км верховья. Да, красноперочка. Сегодня уже все, крайний у меня выход. Температура уже утром минус 5. Вот. Думаю, что будет все хорошо. Народ присутствует, несмотря на то, что рабочий день. Народ идет туда. Так, ну водочка у меня уже почти готова, накачалась. Ладно, будем собираться дальше и выходить. Красноперочка, вон она. Вы приехали. Спасибо, что используете 2GIS. Приехал, все. 2GIS говорит, приехал. Ну, приехал, значит, приехал. А ведь... Ну, все, приехал. Бросаем якорь. Сейчас. Такая вот привязочка, чтобы можно было оторвать. Тут здесь простой пластиковый хомут отрывается, и якорь сдергивается за жопку, как положено. Ладно, немножко дискуссии. Вот она. Он, конечно, очень мягенький. Прям такой, я не знаю, киселеподобный почти, но его очень любит местная, слышишь, не местная, а заходная краснопа. Так, ладно, блин, нифига он брызжет, короче говоря. Так, что у нас тут, 3 метра, да, ну 3 метра, в принципе, глубина оптимальная, наверное. Опа. Снасть не хитрая, вот она, снасть. Два крючочка, два поводочка, грузило 50 грамм, больше не надо, потому что мы не с берега ловим, а с лодки. Поэтому, так, куда закинуть? Ну, даже не знаю, в принципе, хоть куда. Пробуем. И ждем первый заброс. Так, единственное, что-то она не по дну лазит, не по дну идет, поэтому не знаю. Так,
Ладно, давай перекинем. Что-то как-то это не лайс. Она есть, но что-то думает. Не люблю я долго ждать. Так, ладно. Давай туда кинем. Так, это надо будет убрать, надо. Туда кинем. О, есть. О. Я говорю, немножко надо было не туда кинуть. Или сорвалось. Блин. Еще немножко я опешил, не ожидал. Ну, сожрало, зараза. Сожрало. Ну что, ждем? Так, ладно, подтянем. Есть. А что ж такое? Надеюсь, сейчас-то она есть. Или нет? Может, он что-то дрочит? Блин. Я прям не знаю. Что это такое? Ну ладно. Что-то как-то не айс. Вчера же ловила здесь. Чуть дальше на прокурорку. Чуть выше поднимемся. А вот и прокуророчка. Нахожусь на прокурорке. Ну, вон рыбу рисует, но пока что не клюет. Ладно, ждем. Ну, вон, рыба-то есть, вон, идет с флешником. Ну, видать, она пока не хочет брать. Вот этого. Так, первая есть. Вот она. Первая. Ух. Ну, такая нормальненькая размером. Ну, что значит чаек купить, начать. Вот, стал опускаться вниз. Чаще по дну ходить. Я думаю, сейчас поклевка должна начаться. Есть. Это очень слабенько. Кто-то. Вот она. Неплохая такая, небольшая, ну, средненькая. Пойдет. Рыбаки сидят в основном, иногда вытаскивают. Такого, что прям ловилось у всех, нету. Хотя рыба есть, но она что-то сейчас вялая, пока не хочет брать наживу. Если еще не будет брать усиленно, хорошо. Пойдем чуть ниже спустимся. Здесь рыба рисует меньше, но здесь она у дна. Вот, это куда важнее, когда она появляется у дна. Так, переехали на новом месте, что-то поймал. Не что-то, а именно красноперку. Надеюсь, здесь будет получше. Так, вот такая достойная. Вот она. Такой неплохой размерчик. Надеюсь, расклюется. Не ту держал. Есть. Есть. Есть.
Отдохнулся. Давай. Давай, гайчик. Гайчик, не туда. Так, спокойненько. Давай себе. Так вот. Наконец-то очередная. Долгий пауза, аж засыпаешь, пока клюнет. Не буду когда клюнет, а клюнет. Стало теплеть уже, солнышко стало пригревать. Так, ну что-то. Блин, сейчас сорвется. Да. Так, еще тут. Еще тут слизняк. Так, добавим к старенькому. Так, есть. Здесь такая бешеная масть, космическая. Такая прямо сдернула, как дернула. Что, вторая тоже, что ли? Ладно, вторая подождет. Блин, там якорь, туда не иди. Ух ты, какая она тяжеленькая, а? Неплохая, такая средненький размерчик, нездоровая, но... Не, холодненькая, водичка холодненькая. Так, ну что, закинем подальше. Ой. Ну-ка. Рука. Надо вытереть. Вот туда надо, вперед. Там у меня счастливая ямочка. Вон она. Нет, что за фигня? О, прозевал что ли? Опять? Был один. Давай еще, блин. Червя, наверное, сняла. Крючок оголила. Ну, что делать? Может, на втором крючке поймаешься? О, погода благодарна. Лучше сюда, да. Чтобы она чтобы за яками зацепилась. Блин. Чертова камбала мне абсолютно не нужна. Это местная говнокамбала. Пускай она здесь живет дальше, растет. Живи. И мне интересно. Это уже красноперочка, уже сразу видно, что не камбала. Нормальная красноперочка.
Так, давай, давай, давай. Как хороший размерчик, по-моему. Сейчас мы немножко измотаем. Давай, давай, вставай. Блин, не устает. Не устает. Ну что ты? Ладно, все, хватит. Пошла наверх. Ух ты, блин. Какая она здоровая. Вот это размер, блядь. Нихера себе. Вот это размер. Вот это размер. Блин, о, ну горбуша, как горбуша, ё-моё. Килограмм с лихуя, моя. Извините, это просто пипец. Вот это. О, блин, обалдеть. Вот она, вот она. Ху-ху-ху. Офигеть. Классно. О, чтобы сравнить с другими. Это просто пипец. Гигант. Гигант. Налетел ветер прям моментально. Волна поднялась сразу же. Погода изменилась. Стало уже не так уютно, как было. А червя еще целая банка. Не знаю, что делать. Посижу немножко. Если что, пойду домой. Еще очередная. Ой, волнишка. Еще присутствует. Так, ну, в связи с начавшимся ветром, довольно-таки очень сильным, прекращаю рыбалочку, хотя червя еще целая баночка, клевать вроде продолжает, но думаю пойти домой, так как хочется прийти сухим. Сезон я уже точно закрыл по жидкой воде, все, хватит. С утра промерз. Сейчас вроде так мороза нету, но ветер как бы мерзко достаточно и ветрено. Главное сейчас зайти сухими, не намокнуть. Ладно, все, пока. Давайте, счастливо, до новых встреч. Эх, дорожка фронтовая.